А сегодня свой праздник отмечают десантники службы ВДВ. Прошли больше 10 тысяч наших земляков. В память о тех, кто не вернулся с боевых заданий, в городе с самого утра шли митинги. Завершилось все праздничным концертом в сквере десантников. Все подробности у Алексея Козлова. Какой сегодня день, знают почти все. Сложно не заметить, кто с флагом, кто с парашютом, прикрепленными к автомобилю, едут сюда, на Широтную. Сквер ВДВ. Здесь состоится финальный митинг и торжественная часть праздника. Дня рождения воздушно-десантных войск. Часть 16-й отдельной бригады специального назначения дислоцируется в городе Тамбове. Этот праздник, ну как бы сила, гордость, да, ну как в песне, отвага и честь прежде всего. Да и гордость за то, что служил в таких рядах войск, что здоровье позволило. Для десятка тысяч тюменцев, тех, кто служил в этих войсках, 2 августа праздник личный. Каждый отдал ВДВ часть своей души и много сил. Но есть и те, кто из солидарности приходит поздравить собратьев по оружию. Виктор Михайлуца служил в погранвойсках с 1967 по 70-й. Говорит, пусть и формы, и тактика разная, а главная задача ведь одна. Десантники. Они в облаках в метре от границы, а мы на земле в метре от границы ходим. Вот этим мы только и отличаемся. Вот. Войска дяди Васи, как говорится, нам вверху помогают, а мы им стараемся снизу помочь. Минута молчания и возложение цветов к мемориалу. После завершения официальной части концерт ансамбля «Десантура». Ну а дальше у каждого своя индивидуальная программа празднования. То есть уже небольшими группами, которые будут, посетят еще Червишевское кладбище, где у нас захоронены есть ребята, погибшие в Афганистане и на Северном Кавказе. Вот, а так уже как бы уже своим и в семейном кругу, и в кругу подразделений. Но сначала традиционная поездка по городу с флагом войск и старой песней о главном в этот день. Алексей Козлов и Максим Плюхин. Тюменское время.